На сцене 26-й выпуск школы. Сегодня радость с грустью соединились вдруг. Мы этот день так ждали, и вот настал он. Вдруг. Уважаемые выпускники 11-классники, родители, гости, коллеги, добрый день, добрый солнечный, ясный, мирный день. В соответствии с приказом, подписанным мною за номером 85, все 62 наших выпускника допущены к итоговой аттестации. Ура! Это первая победа, и все остальные победы впереди. Хотя сейчас в районе и появились новые образовательные учреждения, но долгие годы 21-я школа была самой молодой в районе. Почти за 3 десятилетия своего существования школа воспитала многих патриотов своей малой родины, которые нашли свое призвание и трудятся на благо Раменского района. У нас еще много дел впереди и в Раменском районе. Я надеюсь, что после окончания вузов многие из вас придут работать в Раменский район. Конечно, мы вас ждем, что вы вернетесь. Нам нужно многое сделать, многое поменять. У нас действительно каждому найдется место для своего применения. Многие задают вопрос, почему последний звонок звенит раньше, чем наступают выпускные экзамены. Это символичный праздник перехода во взрослую жизнь. А вы знаете, самое главное, что такая традиция праздника последнего звонка существует только в России. В мировом образовании такую традицию не ввели, ну, наверное, зря, поэтому мы практически пионеры в этом движении. Конечно же, праздник последнего звонка, он всегда очень добрый, очень насыщенный, и самое главное, он очень искренний, потому что на этом празднике есть возможность выступить всем. Всего в Раменском районе в 2018 году последний звонок прозвенел для 1038 выпускников.